Слава Украине! Привет всем от Полонского. Итак, сегодня 500 дней с момента начала российско-фашистского вторжения в Украину. Все вы помните морду Путлера, который сидел и с наглым видом вещал о начале специальной военной операции, и как они вводят свою банду этих мародеров, садистов и убийц в Украину. И все были в ужасе, потому что, ну, во-первых, не ожидали. Честно говоря, я не ожидал, и многие не ожидали, что они настолько долбанутые, что полезут в Украину большой войной. Но они оказались такие наглые, долбанутые сволочи и бандиты. И полезли на нашу землю со своим оружием, со своими танками. Все мы это помним. Помним сотни ракет, которые нам на голову летели в конце февраля прошлого года. В начале марта то же самое. И их бычью наглость, и вот эти рассуждения по Пропагандон ТВ. Мы, говорит, Киев за 2 дня. Да мы Киев за 3 дня. Да за 1 день возьмем, он, Газманов уже будет там петь ртом на Крещатике. Ну, и прошло 500 дней. А, да, и я еще помню толпы рабсиян, которые стояли там по обочинам дороги, ихним мальчикам они махали платочками и слезинку умиления, значит, они смахивали по поводу танков, которые заходят на территорию Украины. Это я сейчас о жителях Шмякина, Шебекина, да, которые прослезились, да, там в момент входа российско-фашистских танков на территорию Украины. Они были счастливы, что эти танки едут убивать украинцев. Прошло 500 дней. Танки давно сгорели. БТРы приуныли. Или были захвачены Украиной. Расисты. Короче говоря, украинские червяки теперь от такой длины. Лисы отъели морды. Популяция лис и волков в Украине выросла, потому что им есть чего покушать. А вот расистов нет. Значит, вашим мальчикам, бандитам, которые шли на территорию Украины, убивать женщин и детей, их родственникам, точнее, мальчикам уже ничего не надо, не, абсолютно ничего не надо. А вот родственникам дают, кому 5 килограмм мороженой рыбы, кому билеты в кино. Да вот в Якутии дали, значит, лед, зимой дали лед, чтобы, ну, лед зимой нормально, я считаю, хорошо. В Туве дали за мальчиков баранов. Это, я считаю, самый ценный подарок, баранов за баранов. И там же дали пельмени. Учитывая брикеты из мальчиков, которые мы все видели недавно на телеграм-каналах практически у всех, брикеты из мальчиков, да, и палеты потом загруженные этими брикетами, то вот за содержание вот этих пельменей, которыми кормили в ТВ, да и не только там родственников вот этих самых мальчиков, вот за содержание этих пельменей мне становится как-то немножечко жутковато. Путин не выползает из бункера. Ему каждые полчаса приносят новый чемоданчик. У дедушки понос. Дедушка Шойгу руководит армией таким образом, что эта армия сбежала. Драпала без штанов, без порток. Но с награбленным украинским, намародеренным украинским имуществом. Драпала из Житомирской области. Нарезала из Киевской области. Еле уносила ноги из Черниговской области. Получала люлей и вылетала, как пробка из бутылки из Сумской. Наполучала пиндюков в Харьковской. Ныряла под воду и сделала из крейсера «Москва» подводную лодку на острове Змеином. Получила люлей в Николаевской области. Сбежала из Херсона. Но этот самый дедушка Шойгу гордо продолжает руководить российской недоармией, бывшей второй армией мира, которая сейчас стала второй армией в Украине. Вот так. Украина с каждым днем становится сильнее, Россия с каждым днем становится чмошнее. Вот это в общем и целом... А, да, еще Зеленский съездил на Змеиный. Представляете себе, Путина, который... Зеленский на Змеиный съездил на моторных лодках, ничего страшного, да, пару дней назад. Есть видео, все, да, видео, как обычно, в описании к данному ролику. Представляете себе Путина, который вынес свою резиновую попу с явными половыми признаками бабушки из бункера и куда-то там прибыл. Ну, без двойников, тройников, не надо мне только про Мариуполь, где был двойник, не надо мне про Махачкалу, где был тройник. Это же очевидно. Да. Чмошный Путин закрылся в бункере и сидит там. А Зеленский, где хочет, там и ездит.
Потому что это Украина, это дом родной. Крым, Украина. За это время успел упасть Крымский мост. Мост в Чангаре еще упадут. Я вас уверяю, Крымского моста никакого не будет. Он упадет обязательно. Чангарский мост. То же самое. Вот это все, что там наделала так называемая Россия. Я говорю всегда так называемая, потому что имя ворованное. Какие истории ворованы. Все ворованное у них. Вот это все будет снесено. Крым освободим. Развивается контрнаступление украинской армии. Что бы они там ни пищали. Что бы они там ни трындели. А контрнаступление идет каждый день. Мы освобождаем нашу территорию. А расисты драпают. Сейчас нам дали кассетные боеприпасы. Это нечто новое. Расисты их применяли, но они у них криворукие. Понимаете, Россия криворукая страна, и все, что они делают, криворукое. Соответственно, они же даже дроны не могут сделать, они вон у Ирана их покупают. Ну, руки из попы растут. Вот. Соответственно, мы сейчас получаем нормальные кассетные боеприпасы. И вот этому вот российскому мясу, они сами называют своих солдат мясом, извините, это не мои слова, это слова их офицеров. Так вот, российскому мясу, по признанию их же офицеров, на фронте станет совсем грустно. Их потери вырастут до небес. Это не вызовет, конечно же, никаких потрясений на России, потому что рабы. Ну, где царь, а где они, рабское сословие? Не вызовет ничего. Но вызовет уменьшение количества лишнего состава на фронте. Соответственно, фронт посыпется. Все равно ваш фронт посыпется однозначно. И самое главное, знаете, что вот произошло за эти 500 дней? Я уже молчу за санкции в отношении России. За то, что они стали нерукопожатыми, за это все тоже молчу. За эти 500 дней. И за мятеж Пригожина. За которым будет следующий мятеж, который сметет Путина и вообще развалит эту недострану. Самое главное, что за эти 500 дней произошло, Россию перестали бояться. Россия унижена, оплевана сама собой. Ну и Украиной тоже. И просто показали, что это огромное, огромное голозадое мурло, которое угрожает просто своим соседям. Ни на что не сдябное в результате. Российская армия куча дерьма. Извините, так оно и есть. Фашистского дерьма. И вот это все показалось за 500 дней этой войны. Это результаты. Украина наступает. Россия в заднице. Вся будет Украина.